же не проверили! Увы, твой муж заразился. Он и все в лаборатории. Мне очень жаль, Маргарет. Граница подарила нам затишье на короткое время, но эпидемия вспыхнула вновь. Мы должны сплотиться, чтобы сообща противостоять угрозе. Число зараженных растет. Болезнь зараза и ведет к мучительной смерти. Инспекторы отдела безопасности работают в усиленном режиме. Они неустанно проводят проверки, выявляя заражение на ранней стадии. Мы делаем все, что в наших силах, чтобы остановить распространение эпидемии. На первой стадии внешних признаков нет, и заражение может выявить лишь специальный прибор. Вторая стадия – шок и головокружение. Третья стадия – лихорадка и галлюцинации. На третьей стадии больной становится крайне заразен. Мы изолируем зараженных ради общественной безопасности. Им делается бесполезная смертельная инъекция, пока заболевание не пришло на третью стадию. Всякий, кто укрывает зараженных, будет арестован и объявлен предателем, ставящим под угрозу общественную безопасность.